Пришла домой, и вот кто меня встречает. Ты такой красавчик. Ты же утка настоящая. Первый такой малышек. Как ухолёсенький. Тебе помочь или ты сам вылезешь? Давай я тебе помогу, конечно. Ну какая же прелесть. На 2 дня раньше выскочил. Кто-то будет еще сегодня выскакивать? Да ты один будешь пока скучать. Бози, а лапы-то какие? А клюв-то какой огромный. Какой ты красивый. Вот еще одна красавчика. Осталось последнее яичко. Пошлите к друзьям вашим. Интересно, какого окраса? Красавчики мои. Нас уже 7 штучек. Лежат, балдеют, греются. Они особо пока не кушают, не пьют ничего. Пока отогреваются. Все такие темненькие коричневые, один светленький. Этот самый первый вывелся. Вон на клювике вон пятнышко. От чего-то. Такие классные. Он уже стоять пытается. Так, полдня мы спали. Теперь мы уже учимся ходить. Вон даже. Полбанки воды выпили уже. Ах, вы жуки. Представляю, сколько вы пить будете. Или выливать. Потому что здесь уже все мокренько. Вокруг банки. Вот так вот они уже топают. Слышу какие-то звуки странные, хлюпающие. Думаю, что же происходит? Они там, оказывается, уже купаются в этой банке. Даже кто-то туда залез. Конкретно вот этот товарищ. Что ты теперь дрожишь? Вон попа мокрая, лапы мокрые. Он уже плюхался там. Вот жуки. Жучары. Да, вывелся последний малышек. Итого получилось у нас из 9 яиц 8 утяточек. Отличный, я считаю, вывод. Посмотрим завтра, что у клубочки. Как дела? Приехала на дачу, первым делом проверяю свою клубочку. Кто там у тебя выглядывает такой хорошенький? Ой, у тебя такие детки классные. Так на тебя похоже? Покажешь, сколько у тебя красавчиков. Давай позабираем у тебя ненужные яйца. Сколько у тебя малышков? У них все вылупились. Давай, покажи красивенько. Сколько у тебя малышиков? Оп. Я только посмотрю быстренько. Так. Сколько у нас тут? 7 штучек. А 8-й? А 8-й еще не готов. Вот он. Скоро выведется. О, какие холесенькие у тебя. Умничка, молодец. Справилась с утятками. Какая мамочка хорошая. Я не успела поснимать. Ты уже залезла. Дай я поснимаю чуть-чуть красавчиков еще. Такие вот. Интересно, какой тут окрас. Такой светленький. 2 штучки или 3 даже.
такая мамашка. Так, кочечку пересадила в маленькую коробочку, чтобы они смогли вылазить. Ящичек, вернее. Так, давайте, давайте. Да что, кушать надо как-то будет? Будете выходить на прогулку с мамой. Ой, что там нужен? Перышко жует. Сейчас насыплю вам покушать водички. С водичкой, конечно, проблема. Как ее вам организовать, эту водичку-то? Вы же такие вредители. Корм насыплю. Вот такую кормушку самодельную. С профилем. Ну, конечно, они могут выгребать цыплята, поэтому... Не знаю, такой щелоточек страховочный поможет, не поможет. Если может насыпать целую кормушку, и все выгребут. А жалко, корм дорогой. Так, воду пока так. Посмотрим, как они будут плескаться. Может, какую-то миску еще надо придумать. Не знаю. Пока глянем так. Вот такая булочка светленькая даже у меня будет. А то все темненькие были. Такой красивенький. Да. Прелесть. Чуть подрастете, будем гулять на травке, на солнышке. Да. Такие крылышки. Этой же квоточкой будут жить эти цыплятки, потому что отдельные апартаменты для троих слишком жирно. Так, ты их мне не обижай, главное. А вы мне тут воду, главное, чтобы не зарыли. Я уже вижу, что воду я сразу уже подняла, потому что вот видно, что они закопают, и вот потом без воды все сидеть. Да? Вы такие большие уже. Чё кричите? Отдельно хотите жить? Ну, посмотрим, может, и отдельно. Если вам уж сильно не понравится, то пересажу. Так, давайте, ищите, он где корм. Даже утята повыглядывали на ваш шум. Привет. Вот так вот. А зачем ты туда лезешь? Я тебе лампочку повесила. Иди под лампочку грейся. Ой, что там такое выглядывает, хорошенький такой. И не хоть достанут до корма, интересно. С моей защитой двойной. Че ты кричишь? Ух, какая шумная. Хватит кричать. А вон еще кто-то выглядывает. Уже что-то пробует на зуб. Малышочек. Ну вот этим отлично подходит кормушечка. По размерчику. Утятка может чего-то тарелочку пока насыпать, они точно не достанут. Пару дней. Кто такие самостоятельные уже? Какие? Только вывелись, а уже пошли без мамы гулять. Ой, какие! А ну идите поближе, поближе, посмотрим вас. Не знаю, как по мне, утятки намного милее цыпляток. Что, дети твои потерялись, да, уже? Выпали из гнезда. Вы, конечно, как гопники по сравнению с такими крошечками. Вы ж не будете мне их обижать? Не знаю, можно ли им травку в таком возрасте.
Я думаю, все-таки утки изучают. Вот так вот. Мамашка сама все съела, ребенку не дала. Так, наверное, надо этих отсадить все-таки. Она что-то уже не поймет, где свой, где не свой. Вот так вот они. Сейчас за мамой будут повторять. Ой-ой-ой. Боже, ему ж 2 часа, он уже муху ловит. Офигеть. Какие полезные уточки. Всю гадость у меня на огороде переловят, да? Ой, какой молодечек, да ты их сейчас поймаешь. Теперь с такой милотой дела вообще не делаются. Вот так можно сидеть и балдеть. Такие же миленькие. А перья им как нравятся. Вон, игрушечки себе такие понаходили. Вот же корм стоит, берите давайте. Пробуйте. Кто самый смелый? Пока маленькие, пока так воду поставила. Они до моей поилки не дойдут. Что там у тебя во рту? Оно тебе не надо. А ну давайте, учитесь, покажите. Вообще, конечно, намного самостоятельнее, чем цыплятки суточные. Вот они как сидят, как бы тут довольно прохладно. Не знаю, градусов 15, наверное. Кто-нибудь водичку? Ой. Конечно, кто бы сомневался. Милашечки. Вот так вот повторяйте за мамой. Боже, какие же умнички. Такие маленькие. Такие сообразительные уже. Там еще яичко наше не вывелось. Утик, давай, давай. Выпрыгивай. Вот так вот, правильно. Вот такая мамочка хорошая у тебя.